Монумент, посвященный 550-летию Казахского ханства, открыли сегодня в Таразе. В торжественной церемонии принял участие президент нашей страны Нурсултан Назарбаев. Глава государства поздравил всех соотечественников с этой знаменательной датой и отметил, что это великий праздник для всех казахстанцев. Новый комплекс расположился в западной части города и посвящен основателям Казахского ханства Жанибеку и Кирею. Это 30-метровое сооружение уже называют впечатляющим. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, в эти дни весь город заметно преобразился. Были отреставрированы улицы и фасады зданий, реконструированы мосты. Сегодня понятие «Мангеликел» – «Вечная страна» и «Великая степь» Улудала. Это все является синонимом нашего развития, нашей устойчивости, нашего государства. В связи с тем, что мы отмечаем этот великий праздник, я подключил все области, чтобы они помогли Таразу улучшить город, украсить его. Построены около 20 улиц заново, построены монумент, отремонтированы дома, общественные объекты. И мы благодарны всем областям, участвующим в украшении, укреплении города Тараз накануне этого большого праздника. Все это делается ради народа, ради развития. 100 этносов проживают в области в дружбе и согласии. Благодаря этому развивается наша страна. Любой праздник нами используется для того, чтобы сделать больше для людей, для народа.